Ох ты, ёшкин, ты ж ты шкот. Не туда я это распаковал, конечно. Не смогу вам. Не туда я это распаковал. Не смогу вам сейчас показать, как все это дело будет сидеть на телефоне, для которого этот чехол пришел. А пришел он для Lenovo Vibeshot. Ну, как минимум, можно будет посмотреть качество продукции. То есть, вот вы видите 3D-рисунок, немножко так выпирающий. А сделан он, конечно, на принтере, никакими руками здесь там разговора о том, что он делается, нету, делается на принтере, но, ребят, при всем при этом он стоит, ну, чтобы вас не обмануть, там, 100 с копейками рублей, то есть абсолютно недорого приблизительно стоимость простого прозрачного чехла. На Lenovo Vibeshot, ну, садится, соответственно, хорошо, потому что это чехольчик для него, то есть там ошибиться достаточно сложно, вполне хорошее качество. Так, и как-то был вот так. То есть они просто берут и вот вставляют там в принтер в какой-то, и все это дело красит. Ну, наверное, не буду я его повторно распаковывать, когда придет Lenovo Vibeshot. Ну, просто вот вы здесь его видите, и также я, в принципе, положу его, наверное, в раздел для телефона Lenovo Vibeshot и обзора.